Мамонов. Благодаря отцу я развиваюсь в творчестве. Папа научил меня играть на гитаре. С 6 лет я интересуюсь барабанами и играю на них. Я участвую в этом шоу по одной главной причине. Я хочу показать, чего я добился в музыке на сегодняшний день. Я бы просто от себя хотел бы вот пожелать ему, чтобы он еще больше занимался, еще больше работал над собой. И потом не вводил себя в определенные рамки. Он может действительно удивить во смешении вот, разных ритмов и стилей. Это не просто барабанщик, это мальчик с волшебными руками. Молодец, молодец. Вот что касается меня, вообще, мне кажется, этой фонограммы не нужно было. Просто вот, просто скажите. Кумар, ты абсолютно прав, да. Эта фонограмма, наоборот, его загоняла в рамки. А он уже не помещался в эти рамки. Надо было ему, наоборот, так разлететься можно было бы. Но в целом-то праздник-то получился шикарно.
Энергетика была мощная, классная. Я думаю, ты еще не раз будешь удивлять и не только Центральную Азию, но и весь мир, да? Давай, молодец. Как все-таки много значит, когда у человека есть харизма. Вот ты улыбаешься, тебе очень идет улыбка, и у тебя такая энергетика была, и ты вот притягивал к себе зрителей и нас. Молодец. Такое ощущение, что его первое слово было «Где мой барабан?». Спасибо тебе большое. Увидимся позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.